И сегодня ко Дню Донецка мы приготовим сладкую визитную карточку Донбасса – шахтерский торт. Этот десерт для ценителей настоящего шоколада. История торта удивительная. Рецепт был разработан в 60-х годах на Луганской кондитерской фабрике. Оригинальный рецепт – настоящая загадка, но причина, по которой так произошло, отнюдь не таинственна. Все торты в советское время готовились по ГОСТу, а шахтерский делали по ТУ – техническим условиям. Именно поэтому рецептура не занесена в реестры, но известно, что торт готовился без выпечки и без муки. Кто его пробовал, не мог забыть вкус. Орехи и чернослив, залитые шоколадом с добавлением цедры и сгущенного молока. Шахтерский торт был популярен в восточной части Украины. Он – фирменное изделие Луганской кондитерской фабрики. При СССР это лакомство было дефицитом и зачастую использовалось в качестве сувенира. Ведь по сути весь торт – одна большая шоколадка, потому хранился достаточно долго. Собираясь в другой город, гостиницы доставали с большим трудом. Само словосочетание «шахтерский торт» вводит в заблуждение. Многие думают, что это особая технология добычи угля. Шоколада здесь точно не жалели,